Всем привет! В комментарии спрашивают, что такое дельта, и просят рассказать про нее. Дельта, она устанавливается инженерами завода-изготовителя при сборке котла. И устанавливается она на пульте или на панели управления котла. Давайте посмотрим. Вот у нас, допустим, котел. Вернее, у нас пульт есть на котле. И чтобы посмотреть дельту, надо выключить вот эту кнопочку «Отключить пульт». Потухнет экран, потом нажать плюс и минус вместе, две кнопочки. Нажимаем. Вот, появился знак дельты. А вот сама дельта, 14, допустим. Заводская дельта, она стоит, минутку, на 10. Давайте поставим на 10. Вот, инженера при сборке котла ставят дельту на 10. Если котел, допустим, у вас тактует, часто включается, выключается, то дельту надо увеличить. Тогда он будет меньше включаться и отключаться. Сейчас, минуточку, вернемся. Так, сейчас. Вот. У нас 10. И котел у нас тактует. Часто включается, выключается. То мы делаем на 12, допустим. Запускаем котел, проверяем. Опять тактует. Добавляем еще 2 тогда циферки. Опять запускаем, смотрим. Все, вроде как тактовать перестал. Раз стоит 14, значит, задержка должна быть тоже 14-15 минут. После потухания горелки котел должен отдыхать. Сейчас она взяла, вот потухла. Надо ее вот так вот сохранить, нажать на эту кнопочку. Все. Опять давайте отключаем. Вот это знак дельты. А чтобы появился знак этот, надо плюс или минус нажать и устанавливать. Больше или меньше, допустим. Вот тут, допустим, 14, можно 10 сделать заводская. Но лучше, конечно, 12 сделать или 14. Тогда уже просто подгонять надо эти цифры под работу котла. При задержке. Дельта – это задержка включения и выключения работы котла. Чем больше дельта, тем больше дольше задерживается включение котла. Все понятно, я думаю. Все, всем пока.